Kızım sen niye laftan anlamıyorsun? O çocuğun benim olduğu nereden belli? Tamam bir münasebet yaşamış olabiliriz ama kim bilir kimden peydahladın o çocuğu. Bana bir daha bu senin oğlum deme, mahvederim seni. Benim bir tek oğlum var, o da canımdan çok sevdiğim Demir. Однажды в сказке, что будет в новом разделе Чокуровой. Зюлейха влюбляется в Демира. Что общего у Фикрета и Юмита? Что будет между Демиром и Юмитом? Фикрет влюбляется в Муган. Убедит ли Али Рахмета Фикели то, что сказал Фикрет? Сможет ли Зюлейха поговорить с Демиром о прочитанном письме? Все и многое другое сейчас в этом видео. Прежде чем начать наше видео, если вы хотите увидеть Чокурову Зюлейха в роли Ханымгага, поставьте лайк нашему видео и посмотрите, сколько людей согласны. Слова Демира, постоянно восхваляющие Зюлейху и его внимание к нему, делают Зюлейху счастливой. Со временем чувства Зюлейхи к Демиру будут постепенно расти. Но хотя он хочет быть рядом с Демиром, он не решается на это и в то же время очень ревнует к Юмиту. Я думаю, что помимо проблем Фикрета с Демиром, Юмит также имеет проблемы с Севдой. Они оба поклялись отомстить им. Мы все узнали рассказ Фикрета о Демире. Однако со временем мы увидим, по какому поводу гнев Юмита по отношению к Севде. Я считаю, что когда Севда была певицей, она бросила Юмит после родов. С другой стороны, Юмит сумел произвести впечатление на Демира с первого взгляда. Демир также хочет встречаться с Юмитом при любой возможности. Юмит очень хорошо воспользуется этим и пошевелит Демира на пальцы. В то же время Фикрет влюбился в Муйгана, несмотря на то, что был влюблен в Юмита. Когда Муйган узнал, что Юмит и Фикрет знают друг друга, Фикрет очень ревновал. В следующих разделах мы будем чаще видеть дуэт Фикрет-Муйган. Узнав о том, что сделал Фикрет, Фикели спросил его, почему он это сделал. Фикрет привел в оправдание то, что произошло в прошлом, но Фикели не убедится в этом. И теперь он не отпустит, пока не узнает, чем занимается Фикрет. Когда Зюлейха пришел в компанию вместо Демира, он фактически прочитал письмо, пришедшее к Демиру из любопытства. В письме, которое он прочитал, он узнает, что у Демира может быть брат. В настоящее время он не сможет понять, кто этот брат, и не расскажет Демиру о прочитанном. Однако он не остановится, пока не узнает, кто является тайным братом Демира. Вы можете поделиться нашим видео с друзьями и позволить им следить за тем, что происходило в Куровань-Чаупона-Тиме. А пока мы подошли к концу нашего видео. Увидимся в следующем видео. Береги себя. Прощай, прощай.